МИД Беларуси, Евросоюз, партнер номер два, Владимир Макеев заявил, что для Беларуси в сегодняшних условиях очень важна тема диверсификации. Минск настроен на развитие экономических связей с Евросоюзом и на укрепление отношений с Россией. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макеев по итогам саммита инициативы ЕС «Восточное партнерство», передает Интерфакс Украина. «Мы не ставим задачу, и никто от нас не требует, скажем так, мы не стремимся бежать стремглав в Европейский Союз. Мы сегодня являемся членами Евразийского экономического союза, считаем, что нам нужно развивать этот Евразийский экономический союз. Мы уже сегодня чувствуем отдачу от нашего участия, надеемся, что эта тенденция сохранится», — сказал Макей. Он добавил, что для Беларуси в сегодняшних условиях очень важна тема диверсификации, о которой много раз говорил и президент страны Александр Лукашенко. «Эта задача состоит в том, чтобы мы ушли от зависимости от какого-то одного источника, какого-то одного направления. Почему я так говорю? Потому что Европейский Союз для нас является очень важным торгово-экономическим партнером. Это партнер номер два после Евразийского экономического союза и после РФ», отметил глава МИД. Макей подчеркнул, что Беларусь будет развивать отношения и с государствами бывшего СССР, и с ЕС, и со странами более дальней дуги в целях диверсификации наших торгово-экономических отношений. По его словам, Беларусь через намерена через развитие торгово-экономического сотрудничества укреплять свою политическую независимость и суверенитет. Как сообщал корреспондент НЕТ, 24 ноября в Брюсселе состоялся саммит инициативы «Восточное партнерство». Президент Беларуси Александр Лукашенко не поехал на саммит. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Лукашенко поступил так из-за решения Москвы. По материалам сайта news.com.